Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня очередной обзор, и я так поняла, что вам все понравилось, мои обзоры на определенные бренды, да, и именно обзоры на, как бы, навязанные части коллекции этих известных брендов. Сегодня у меня H&M. Сказать по правде, я туда ходила 3 раза. И вот я думаю, что проще снять обзоры или снять узорчик. Вот. Ну, в общем, зато мне интересно, очень интересно, поэтому вот такой вот обзор, он будет разный. Примерка будет обязательно в конце, потому что я первый раз вот... пошла, поснимала вот так вот, видите, вот этот костюм интересный. Не все есть в магазине, то, что есть на сайте. На сайте найти что-то, откопать, там очень сложно, очень много изделий в H&M. И должна вам сказать, вот этот костюмчик очень симпатичный. Девчонки, платья, маечки, топы я не мерила. Лифчик черный до сих пор. Следующую неделю одену бежевый, начну мерить платья и топы. И такое все, в общем, прозрачное. Так что в Зару схожу еще раз, потому что сходила, зашла туда, я хотела взять, знаете, что я хотела зачудить? Я хотела взять вот этот джемпер, который поперечный связан, и просто его скопировать. Вот я поехала домой на выходные, я хотела просто его снять. Ну, то есть плотность вязания, петли, сокращения, добавления, вот это все я хотела... как бы скопировать и снять видео, чтобы могли связать уже девчонки, понимаете? И что вы думаете? Его нет. То есть то, что я в моем городке, девчонки, если я иду и смотрю, допустим, новая коллекция, да, уже вывесили, я тут не по делу говорю, но я думаю, вы видите вот эти топики. В общем, тут и говорить нечего, базовый топик. Вот. Я могу ждать до конца сезона и купить по скидке. В Праге же этот, вот, кстати, этот костюм, видите, на модели. Очень красиво. Такие неравномерные дырки, большие, маленькие, и очень красивые элементы. Вот этот, отвлеклась, потом дорасскажу. Вот этот джемпер, я чуть не плакала. Я его смотрела уже давно, я его заприметила, потому что я его еще заприметила на сайте, как новинки. Узор этот я разберу, все-таки он мне нравится. И это хлопок. Он такой приятный. Я вот просто не померила об этот день, потому что на голове было это, ну, страшненько. Вот, поэтому я так поснимала, а думаю, завтра схожу и буду мерить. И что вы думаете? Его опять нет. В Заре того нет, и вот этого нет. То есть, к чему я веду? Я веду к тому, что... вот этого, кстати, тоже уже нет, хотела померить. К тому, что Прага, это просто сегодня есть, завтра нет. Это ужас. Очень много вязаных сумок. Очень много. В каждом бренде очень много вязаных сумок. Вот. И я уже на те сумки смотрела в прошлый сезон. Не в прошлый сезон, а уже раньше они на сайте были. Вот прям с подкладочкой. Уже такая цивилизованная сумочка. Вот. Обычные шоперы очень много. То есть это тренд, девчонки. А вот смотрите. Что я вам хочу показать? Смотрите, какая прелесть. Макраме. Обычный узел. Макраме юбка. И при том, это первое, что меня просто в середину поставила. Но это первое, что мне попалось на глаза. И она не дешевая. Я там посмотрела на цену. То есть стоит ее связать. Вот просто обычный вот этот классический. Я не знаю, как я макраме. Я умею, но... не знаю, вот она стоит 1000 с чем-то, не успела посмотреть, пока с вами заболталась. Вот, смотрите, какая прекрасная идея, быстро выполнимая. Вот, кстати, много вот этих вещей, точно таких же, как в Заре. И не говорите мне, что это на такие вещи не существует машинки. Там кто-то написал в комментариях, что за бред, не существует машинок, которые вяжут крючком. Существует, потому что вот такое масс-маркетовские вещи нереально связать вручную. Это кто же будет сколько в таком количестве вязать? И какая цена должна быть изделия, чтобы вязать это вручную? Так что не надо там
мне рассказывает. Сетки, везде сетки. Вот, девчонки, вяжем мы их миллион штук. И миллионы еще свяжем, потому что посмотрите до конца это видео. Там еще новую сетку я нашла. Это вообще уму непостижимо. Вот, кстати, тоже платье из этого как бы полотна. Ну, оно как цельно, ну я не знаю, как это назвать. Это, понятное дело, делает машина. Оно не как вязаное, оно имитация вот такое вот кружево. Видите, я пытаюсь показать поближе. И кружево, тем не менее, оно выглядит как крючок. Вот эта туничка, девчонки, прекрасная, прекрасная туника. Спицами я приблизила для того, чтобы вы поняли, что это связано с спицами. Огромная дырка, вот ее я хочу попробовать именно спицами, эту огромную дырку. Я там тоже сфотографировала тот джемпер, который я буду мерить. Вот. Ну, очень интересно она связана. Я думаю, у меня получится. Я вот так, предположение у меня уже есть. Ну, я попробую вот эту большую дырку спицами именно сделать. Я думаю, я смогу. Вот этот классический вариант. И опять же, сетка наша любимая. И эту сетку я как раз разбирала там вот на прошлой неделе, да, где эти дырки не очень близко посажены. То есть это делается в разных рядах. Есть там свои секреты, нюансы. Вот, посмотрите это видео. Вот это видео называется, там я год его обдумывала, ну, этот узор, но это на самом деле так, потому что он у меня не получался. Вот эта панама, которую я хотела в прошлом году и не успела купить. В этом году они уже в разных размерах, ой, в размерах, цветах, вот. И, ну, я ее уже связала, тоже есть у меня на канале панама. Ну, конечно, не 100% такая же, но подобная панама, я ее связала. Вот эту кофточку я буду мерить, опять же сетка. Вот эту буду мерить, так она мне казалась получше. Ну, бабская, я прошу прощения. Ну, что интересно, что связано поперек. И вот эти дырочки из ажурных полосок. Это точно такая же, как белая туника. Но, вы знаете, под ней вот такое вот платьюшко. Там на манекене его нет. Очень приятное к телу. Очень приятное. Вот. И под ней платьюшко, которое можно одевать. Которое можно одевать отдельно. И можно под это. Вот, кстати, висит на вешалочке белый. Точно такой же белая туничка. И тоже под ней платьюшко. Вот смотрите, топик. И опять же, те дырки, которые у меня не очень часто посажены, на которые у меня есть видео. Вот. Так, много-много связано этими дырками. Вот это, кстати, я сняла, на следующий день его уже не было. Все, ну, моментально, вот Прага центр, все моментально, обновляются витрины моментально. Ты приходишь на следующий день в магазин, уже все по-другому расставлено. Этот джемпер мой фаворит, вот. Узор разберу обязательно, когда закончу учиться. Сейчас у меня, поверьте, мне времени, у меня просто сил не остается. Я валюсь с ног. Потом я вам расскажу, когда закончу, сдам экзамены, я вам расскажу, о чем я учусь и зачем я учусь. Я все вам расскажу, поделюсь с вами. Вот. Вот опять кофточка. Кстати, на следующий день цветных тоже не было. Ну, в общем, там надо ходить каждый день и будет что снимать, понимаете? И я задумалась над тем, что я все-таки буду вот эти авоськи, все их вяжут, перевяжут. И, кстати, это кусок с другого магазина. Это Нью-Йорк. Я зашла потом в него, просто он кусочек попал в обзор. Но я вам скажу, что вот он с манекенчиком, это не H&M, просто скажу, что везде авоськи вяжем. Это H&M авоськи. Это уже следующий день, вот, и я уже снимаю то, что не было вчера. Вот вы представляете, какой там движ в этом магазине. В Заре точно так же, я предполагаю, что в всех остальных магазинах точно так же. И вот эти вот, вот зеленые остались, то, что я снимала вчера. Вот эти вот маленькие, очень популярно все вот это, вязаные сумочки, притом во всех брендах. Я сейчас вам еще покажу одну чудесную штукенцию. Боже, как же она мне нравится. Это то, что я говорила
в обзоре на покупки с AliExpress. Вот эту сумку я на нее смотрю давно. Я ее уже видела на сайте, я ее хотела связать. Возможно, я ее свяжу, ну, на втором канале. Но, да, я думаю, я ее свяжу, вот эту. Потому что она мне нравится, она простенькая. Вот. Вот косичка обычная, ручки. Вот то же самое, это я уже, видите, эти остались. Я просто забыла, снимала я или не снимала. И потеряла я мысль. Вот, я остановилась на вот этой вот мини-авоське. Это такая классная вещица, девчонки, она такая классная. Я просто ее хочу сделать для себя. Но это, опять же, это еще до конца месяца я получусь. Я думаю, ее, в принципе, можно... это, она там в разных цветах. Она не дешево стоит. Она, по-моему, почти 1000. Это, вот, смотрите, ну, нитки там с блеском. Такой канат, прям канат, канат, канат. Вот, и подшивочка, вот именно, как его, мешочек внутри. Ну, классная она. Единственное, что мне не хватает, но я в мастер-классе обязательно сделаю. Она, кстати, узлами сделана, она не вязана. Я в мастер-классе обязательно сделаю, мне не хватает в ней длинной ручки. Вот, я люблю все через плечо кинуть, а в руках, ну смотрите, какая прелестюшечка прям. Прям куколка такая прекрасная. Нравится мне очень. Это я тоже сняла вот из бабушкиных квадратов. Единственное, что я увидела. Вот. Но сумочка шикарна. Она шикарна, девчонки. Это моя любовь. Моя любовь. Я ее обязательно сделаю. Возможно, я ее как-то упрощу, адаптирую. Вот смотрите, вот бабская зараза. Извините. Вот. Но она вообще бабская. Вообще мне не нравится. Может, я неправильно одета, ну, я в юбочке, да, ну, не нравится, плохо я тут сняла, ну, и так видно, что она мне не нравится вообще, ну, как-то она, может, действительно, не под то я ее одела, вот, на ощупь она приятная, вот это, кстати, S размер, M не было, вот, и... Она как бы придумана так свободной, да? Есть там однотонная, без вот этих вот полосок. Возможно, однотонная будет и получше смотреться. Это мое предположение. Вот. Поэтому не знаю. Почему-то я ожидала, что будет лучше. Цена у нее, значит, 600 крон, 599. Недешево. Вот я толстовочку себе купила тоже, даже за 500. И хлопковую. А вот эти вот вязаные вещи, видите, они подороже. Ну, узор прикольный, но это обычные накид две вместе, только поперек. Вот, кстати, я пытаюсь рассмотреть состав. Здесь, кстати, на этикетках нет состава. Вот эта кофточка, которая была в обзоре. Но это на любителя. Я как раз не тот любитель. Я вообще не понимаю, вот вы меня извините, но я не понимаю французскую кофточку. Это не мой стиль. Я в этом чувствую. Сейчас я эту кофту одела, но она мне не нравится. Потому что я это не люблю. Если вот такую кофточку, то кардиганчик короткий, на три пуговки и вперед. Но это я говорю лично свое мнение, потому что... Ну, я себя некомфортно в них чувствую. Ну, это вот М-ку я мерила. Мой размер это в H&M. Я всегда М покупаю. И он мне подходит. Пытаемся найти состав. Вы видите, я не вижу. Я вот в телефоне монтирую и не вижу. Вот. Я надеюсь, что вы там что-то увидели. Это, кстати, дырки, но другие. А вот, вот мой фаворит. Вот эта авоська, это мое. И вот этот джемпер, это тоже мое. Вот так вот я люблю. Вот этот вот мне нравится. Связать его, скажу честно, не успею. Узор обязательно разберу. Вот там, кстати, внизу каемочка. Три узора здесь в этом джемпере. Воропола, воротник пола без застежки, ну так раз это вот так вот, чтобы был длинный рукав свободно. У меня сразу появляется улыбка, когда мне вещь нравится. Вот
Вот это вещь, которая мне нравится, которую я с удовольствием буду носить. Вот, поправляю, черный лифчик видно. В следующий раз будет бежевый. Но это не важно. Важна сама модель, которая мне вот здесь, вот она мне очень понравилась. Вот смотрите, она, кстати, там и состав хороший. Узорчик один, второй. Интересный. Мне нужно обязательно вот эту дырку разобрать огромную, огромную, огромную. Вот. Цена 500 крон, по-моему. Правильно я поняла? Я что-то не увидела. Вот. И состав тут хороший, по-моему, состав. Но я не помню. Вот, честно, не помню, а здесь не вижу. Я там смотрела, когда снимала, здесь не вижу. Вот эту штуку, кстати, я хочу сделать на крючковом канале. Интересная вещь, как элемент. И вот это, вот майка. Смотрите, интересно, связана спицами, а внизу там она полностью вся блестящая, люрексовая, а внизу там цветочек. И вот уже я в своем городе, я приехала в надежде, что я найду тут белый свитер и померяю, но его нет. Вот этот джемперочек хорош. Приятен он, кстати, но по составу я вам скажу, там полиэстер, по-моему, я уже присмотрелась. Это я же говорю, это вчера, то я снимала позавчера, а вот это вчера уже я домой приехала, уставшая никакая, пошла в надежде померять тут бежевый свитер, который мне очень нравится. Вот. А здесь вот этот, они очень много, чем дальше, тем больше. В H&M много переработанного материала. И вот эти вот оба джемпера я мерила, они из переработанного материала. Вот этот вот у нас 100% переработанный. И он, вы знаете, вот эти переработанные вещи я уже покупала, как бы, вот, 100% полиэстер переработанный. Они достаточно приятные на ощупь. Вот, они такие, вот видите, кстати, тут я не это хочу, 100%, видите, рецикловый полиэстер. И вот эту дырку хочу попробовать, смотрите, какая она классная. Спицами, так что, а здесь 65% полиэстер и сколько там хлопок. Кстати, эти вещи, они дороже, чем обычные, потому что тем самым H&M это как бы преподносит как поддержку разумного использования, да, природных ресурсов. Вот, девчонки, на сегодня все. Я сейчас еще вот эту померяю, там, конечно, весь лифчик. S-ку только я нашла, хотелось бы побольше, но этот, кстати, дорогой, потому что там хлопок еще 35%. Но вот сетка интересная, и саму сетку мне интересно разобрать, вот эту крупную. Смотрите. Вот она. Разберу я. Ну, а сегодня, на сегодня я прощаюсь, еще буду, еще 2 недели я в Праге. Сегодня еще буду ходить, потому что там они и платья надо мерить, и майки надо мерить. Ну, в общем, все. Девчонки, на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока. Вдохновляйтесь, девчонки, и вяжите.